Дебил! Вот дебил! Купился. Так, сейчас чё? Вот, да. Да, вот какой культурный Shadow Priest у нас. Опять новый сосед приехал. С прошлым не подружился. Надеюсь, с этим не будет так все сложно, как с прошлым. Главное, чтобы он не задавал лишних вопросов и не узнал, кто я такой на самом деле, чтобы не узнал о моих поставках в Мексику, в Колумбию. А то мне не хочется расправляться еще с одним бандюганом или с кем это, что-то странный какой-то сосед. Ладно, ладно, сейчас разберемся. Мне нужно знать обо всех все, чтобы не было лишних проблем. Ладно, ладно, сейчас я с ним разберусь и узнаю, кто он такой на самом деле. Ага. А, сосед, сосед, открывай, сосед, открывай! А ну давай. Здравствуй, сосед, здравствуй. Ну привет, ну привет, ты кто такой? Сосед мой новый, а? Да, да, я вот в том доме поселился. Да я уже понял, я уже понял, я уже понял. Что тебе надо, сосед новый, а? Я хотел только познакомиться с тобой. Ну вот познакомился, ну вот пока. Познакомился. Нет, не пока, не пока, не пока. Ну что тебе надо, быстро давай, говорю, у меня вообще времени нету. Я занятый да человек. Можно зайти в дом? Нет, конечно нет, я тебя вообще не знаю. Какой в дом? Ты вообще с ума сошел, а? Сосед. А за лайки можно за лайки? Ты меня купить хочешь за лайки? Да, хочу за лайки. Тебя купить, ну лайки же все любят. Ну вот ты мне лайк сейчас поставил? Ну да, да, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, поставьте. Видишь, даже всех попросил поставить лайк. А вот и вот еще раз попроси, и вот прям всех попроси лайк поставить. Пожалуйста, поставьте лайк, а то меня не пускают, пожалуйста. Ну вот спасибо, попроси лайк, вот спасибо, но я и так тебя не пущу. Пошел отсюда, сосед. В смысле? Ну что это за кидалово такое, вообще не понимаю. Дебил! Вот дебил. Купился. Так, сейчас чё? Вот. Да, вот какой культурный Shadow Priest у нас. Сосед! Сосед, открывай, сосед! Да ёханый бабай, ну что ты опять хочешь, а? Ну что ты хочешь? Можно зайти, пожалуйста. А в прошлый раз ты не понял, да, что не можно? Нет, нельзя, уходи отсюда, сосед! А вот за такую штуку, у меня тут есть волшебная такая штучка такая, хочешь? Чё это? Чё это? Это... волшебная травка. Какая волшебная? Нахрена мне твоя волшебная травка? Вот на огороде полно травы, уходи отсюда, сосед. Но это волшебная травка, ты не понимаешь? Волшебная травка, да просто... А, давай, волшебную травку. Да, только быстро давай! Ты тихо. Не, да, я только чтобы я зашел. Да, конечно, зайдешь, давай, да. Так, ладно, вот ты дружбан прям настоящий. Пошли, да, сосед. Да. Вот смотри, вот мой дом, вот тут панталоны сушатся, тут смотри, тут. Вау, а ты с кем-то живешь, что ли? Нет, сам. А чё? А почему тогда панталоны? Ну, окей. Коллекционирую, что за тупые вопросы? Так, пожалуйста, лучше не задавай такие тупые вопросы, пошли на кухню. Вот чай нам напою чай и пойдешь домой, да? Да? Ну давай. Хорошо, давай, я ты мне наливай там чай. Давай. Чайчик тебе, чайчик, вот смотри. Я тут тоже посмотрю, может что-то там есть интересненькое. В смысле, посмотри. В смысле, это моя кухня, что тут смотреть будешь? А ну пошел села. А это что такое? Что тут такое? Я не понял. Это что такое? Это что такое? А вот чай, смотри, вот чай тут, вот я. А это что такое? Это что такое? Где? Не вижу. Вот это что такое? Белый снег. А где ты это нашел? Это твое? Ах ты нарколыган, уходи отсюда. Это твое? Это у тебя в ящике лежало. А, ну, чё, а чё тут непонятного, как бы, ну вот мука, я ж пекарь нафиг, вот днем и ночью тружусь, хлеб пеку, вот смотри, ты думаешь, я тебе вру, вот смотри, хлеб на столе, я ж пекарь. Ну ладно, ладно, подозрительный ты какой-то пекарь, ладно, сейчас чаёк твой выпью. Ну, в принципе, да, неплохой чувак, неплохой. А, видишь? А, ну, хлеб, вот, хлеба заточи, попробуй. Да, что-то не хочу хлеба, не хочу. А, оскорбляешь мою профессию. Ну, а что я еще тебе могу показать, а? Ничего. Мне, там, не знаю, какой-нибудь вот здесь. Ну, ладно, показать, ну, я не знаю, что я могу показать. Ну, телевизор могу, вот, смотри, тут. А передать... это что такое? А ты куда ты ушел? Где? Где? А ну, что? Сосед, признавайся, что такое? Такое? Что такое? Что? Что где? Это? Что это такое? Вот это что такое? Это рабочее место мое, то, ну вот смотри, вот тут вот, тружусь. Место, вот это, а вот молочко, смотри, вот молочко тут у меня не, такое. Не, вот это. Что а, такое? Вот это, а тут смотри, водичка, минералка, вот тут, видишь, вот, а что? А что ты хочешь? А вот это белое, это что такое? Компьютер, вот смотри, вот смотри. Не, вот слева от компьютера, что это?
Это? Ну, да я же говорю, я ж пекарь, у меня мука по всему дому. Вот ходил тут на тряс, вот смотри, на столе у меня тут немного. То есть это точно мука, то есть да, если я ее попробую, то это будет просто мука. То есть ты мне не веришь. Раз ты дурак, то да, конечно, на, пробуй муку, нюхни, вот занюхай муку обычную. Да, мука, да. И как ты себя чувствуешь? Качественная мука. Мука! Да! Да, мне кажется, сосед, тебе домой пора. Давай, да, попробовал мою муку, давай отсюда. Ой, вкусная мука! Да-да-да, сосед, давай-давай. А ну вот так. А есть еще такая? Не-не-не-не-нет, вот потом с работы принесу муку. Давай, пошел, сосед, отсюда. Ой, а может еще хотя бы кусочек есть? Ой, это тоже мука, да? Да-да, это молоко попробовал, дебил. Давай-давай-да. Давай, уходи, давай, сосед, пошел. Я никуда не пойду без муки. Да я тебя занесу домой, вот дай мне 10 минут, и я тебе принесу. Давай, я только пошел отсюда, пошел. У меня еще дела многие, сейчас, вот что, сейчас придут ко мне домой всякие там сотрудники. Точно, да, мука будет? Конечно, будет. А понравилось, да, все же вот эта мука? Понравилось, хорошая. Хлебушек, да, с ней печешь, да, хлебушек? Да, хлебушек. Хорошо, у меня хлебушек получается, да? Давай, сосед. Да, вкусная мука, ладно, пойду я. Ой, мама дорогая, что-то голова у меня кружится, это нормально, да? Да, мука отличная, ой, просто, высший сорт. Ой, мама дорогая. Дебил. Вставила его моя мука, вставила. Ну все же он и так много вопросов всяких задает. Очень много вопросов, главное, чтобы он не узнал, что я настоящий наркобарон. А то не нужно, чтобы люди узнали, что я наркобарон. Всех поубиваю, чтоб инфу не сливали. Плющит, все, не нужно его пускать в свой дом, а то он покажется каким-то копом под прикрытием, и все, и посадят меня в тюрягу, упекут на лет 10. Не нужно, нужно с ним разобраться. Так, нужно проверить, что у меня, какое оружие, кто тут, сосед, твою мать, а что ты тут забыл вообще? Чё, это не я. В смысле, нет, я тебя сейчас шандарахну. Не бей. Я просто решил посмотреть, что у тебя тут в гараже, это интересно. Кто тебя приглашал сюда, да, в гараж? Да, мы с тобой подружились, я думаю. Нифига не подружились, а? Ты чё сюда залез-то вообще? Сосед! Да, не бей. А ну пошёл отсюда. Ладно, всё, куда не ходи. Давай вот, может, мы лучше что-нибудь поделаем, не знаю, раз уж пришел. Что у тебя тут такой за костер? Хочешь поделать, ну. Ладно! Можем. Значит, можем поделать. Ну давай, садись. Качественная твоя травка или нет? Какая травка? Которую ты мне дал. Не надо щадкать. А, ну да, она магическая, да. Магическая. А чё мне магического, а? Чё да, такое? Не знаю. Да, я это вообще не моя, я просто там. А просто шел на улице, сорвал, да, с кустов каких-то и дал мне, да? Ну ладно, давай сейчас попробуем. Ну ты попробуй, может тебе понравится. Не я, а и ты тоже. Только ты первый, давай. Я первый, ну да. Хорошо. Так. А как ее пробовать? Ну я же ее поджег, давай просто в легкие засовы полностью. Все нормально, сосед? Да. Все? Все, ты на расслабончике? Мне кажется, домой тебе нужно поспать. Нет. В смысле нет? Да, сосед. Ой, а что такое? Вино, вот смотри, вино у меня. Твою мать! Сосед, ты что, вообще с ума сошел, а? Прикольное вино. Сосед, уйди отсюда. Прикольно. Вообще с ума сошел. Куда он пошел? Ну, а прикольное вино. Сосед! Сосед! Да, где сосед? Сосед, ты тут? Нет. А кто сейчас разговаривает, сосед? Это штора разговаривает. Какая? Вот это штора? А, сосед? А, нет. Пошел отсюда, хулиган! Чё ты вообще тут? Иди сюда. Ну пошел отсюда! Прикольная, волшебная травка. Нарколейга! Опять сосед этот поганый, подозрительный какой-то чувак. Мне кажется, он на копов работает. Куда он идет? Куда он пошел? Ах ты ж на задний двор! Он сейчас на крышу заберется!
Так, узнает, что у меня там на крыше. Где он, где он, где он? Вот, 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 ходит, ходит, ходит. Так, ладно, сейчас, сейчас. Полез, да? Нужно... Ага, полез, да? На крышу. Через крышу хочет забраться. Ладно, сейчас мы его там встретим. Это что такое? А ну, сосед, по... А ну, иди сюда, иди сюда, иди сюда! Иди сюда! Вылезай отсюда, вылезай отсюда! Не хочу. Вылезай, а то буду стрелять. А что это у тебя? Откуда у тебя вертолет? В смысле вертолет? Это у меня к тебе вопросы должны быть. Это ты мусор поганый! На прошлой ночью напал на меня, а? Это ты был? Не, это был, это для меня тоже напали. Здесь стекла выбили, да? Спасибо за вертолет, сосед, я полетел. Спасибо. Да ты полетел, отдал вертолет, где ты? Полетели. Ой, мама дорогая, стреляю. Вертолет отдал. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда. Ах ты, зараза! Я не умею управлять этим говном! Иди сюда! Как это, как этим управлять? Да чё, я попасть-то не могу! С этим тупым вертолётом! Горю, 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 горю! Мусор проклятый! Беги, беги домой, беги! Пока, сосед, извини за вертолёт, извини, это было случайно. Я его раскусил, это 100% коп какой-то. А, мне кажется, он сейчас идет, чтобы мой главный секрет узнать. Конечно, но я ему тогда подставу устрою. Ходит он тут. Думает, коп такой, да? Не узнаю я. Ага, конечно, его сразу раскусил. Ну давай, давай, не с такими имели дело. Давай, давай, заходи в мой секрет, давай. Где ты ходишь? Ага, вот он в коридоре, да? В коридоре зашел, да? Значит, зашел. Типа он сейчас подумает, что меня раскусит, да? Это же мои друзья полицейские! Это же мои сотрудники! Так вот, да, они пропадали! Нет. Ну привет, лягал! И ты думал, ты первый такой? Нет, смотри, вот твои друзишки, я таких, как ты, мусоров проклятых за километр слышу! Нет, пощади, пощади, пожалуйста, нет! Конечно!